Владимиру Лисенко осталось 20 парада. Сравняться с своим соперником. Желаем всем. 21 раз поднялся перед Ваниной. Виктор Росинин, 74 раунда проделался на перекладине. На предварительном этапе. Уже 40 подъемов у Виктора Росинина. Виктор Росинин легендарный спортсмен. Виктору 62 года. Виктор жил в городе Мариинске, но там мало соревнований проводится. И вот как, когда вышел, как говорится, на пенсию, переехал в Красноярск, здесь старты каждый выходной, и есть куда приложиться. И в подтягивании один из любимых его дисциплины. Сегодня он показывает. Дорогие сюда сегодня здесь, на кубке города. Еще один секрет Виктора Росинина.
раком. И вот благодаря занятию спортом он полностью восстановился, находится в великолепной спортивной форме. Катается на лыжах, бегает в механические забеги, показывает просто чудеса силы и выносливости на перекладине. Причем техника у Татьяна просто безупречная. 53 подъема. Появляемся на предварительном этапе. В Советском районе Виктор Павел уже 74 раза. Сегодня лучший результат сегодняшнего дня. И подъемов. Лучший результат сегодняшнего дня 84 подъема. Это для столько вывел уже Андрей Ансюмов, стоит рекорд Красноярского края. Ну и Виктор сегодня покажет максимум, я в этом просто уверен. Виктор близок к 70, рубежу 70 подъемов. Есть 70 подъемов. Давайте поаплодируем этому уникальному атлету. 70 взлетов над перекладиной. Идем дальше. Виктор повторяет результат, который показал в Советском районе, и вот тут же его превосходит 75 подъемов. До лучшего результата сегодняшнего дня рекорда Красноярского края осталось 8 подъемов. 77. 7 подъемов для повторения рекорда. 8 для его преодоления. 78 подъемов. Виктор Россинин в категории 60-69 лет. Так, Солодкин Алексей готовится. Спирит Тимур, перекладина номер 2. Итак, Захар Черешко проигрывает своего визави на второй перекладине. Бороться до конца! 25 подъемов, это лучше, чем было на финале в Ленинском районе. И Захар на данный момент выходит на первую позицию в категории 30-39. Но это ненадолго, потому что на второй перекладине я вижу просто великолепные полеты. И 20 подъемов. Так, Солодкин Алексей. Где у нас Солодкин Алексей? Где у нас Спирит Тимур? Спирит Тимур Иван Петровичу на экзамен с отчеткой. Подъем!
9 лет. 32. 33. 34. Уже 35. 36. Серьезная заявка на тройку призеров. Так уже каждый участник финала получает дисгольфу. Это просто автоматом. 39. 40. 43 подъема, пока он лучший. Но в этой категории настоящие монстры прописались. 44. У Самошенко Руслана. Есть 45. При вашей поддержке говорим о Владимире Руслану. 45 подъемов. Кто из здесь присутствующих? Через полтора десятка людей могут повторить такое. Даже меньше. Самошенко Руслан пытается выбить почву своих соперников. Посмотрим, что покажет он сегодня на нашей площадке. 14 раскачало. Абсолютно лучший результат в Ленинском районе города Красноярска. Безупречная техника. Никаких лишних движений. А кепку можно все взять? Пока 13 подъемов. Унизов Андрей, это уникальный легкоатлет. У нас в рамках нашего дня города сегодня проводился забег Красноярской часовни. И вот в абсолютном зачете второй раз подряд победу, абсолютную победу одержал Андрей Путинцев. И есть у него хороший шанс сделать дубль еще. Отличившись на нашей площадке Кубка города по подтягиванию на перекладине. Так, Шабалин Денис. Заявленный результат 39 подъемов. Уже есть 25. Идем дальше.
Есть гроссмейстерский результат Дениса Шабалина. 30 подъемов. Идем дальше и выше. 31. 32. Напоминаю, что второй тур. Он показал абсолютно лучший результат в Ленинском районе. 39 подъемов. 34. подъема Шабалин Денис. Сейчас мы узнаем, на какой он позиции. А Путинцев Андрей ищет удобное место на перекладине. 36 подъемов. 37. 38. Да, планка поползла резко вверх в этой категории. И тут Жариков приближается к перекладине. Зубец Альберт Жариков подходит. Сорок подъемов Андрей Путинцев победил сегодняшнего олимпийского забега «Красноярская часовня». Там Андрей обогнал 384 соперника и был лучшим. И сегодня Андрей пытается сделать дубль на нашей площадке. 42 подъема. Это серьезнейшая заявка на успех. Андрей выходит на первую позицию в группе 339. Снова рубеж, рубеж в группе 30-39. Да, пока это второй, Андрей, второй результат. Я забыл про Славшенко Владимира Руслана, который 49 раз подтянулся. Андрей у нас положил из земли, уходит на вторую позицию с результатом 45 подъемов. Я чувствую, что в этой категории с результатом 40 раз. Так, Жариков Семен. Где у нас Семен Жариков? Неужели сдался? Каркополов. Будет следующий. Бронзу Александр тоже. Тоже заканчивает разминку. Для сегодня здесь, на нашей площадке, Кубок города Лопатяги на перекладине. 12 категорий. 11 мужских, 1 женская. Уже выступил Андрей Ишилов, потянувший 84 раза. И сейчас сражение ведется среди мужчин. После призывного возраста 30-39. Пока лучший результат 49-45. И 2 по 34. Разводить будем по времени. Друзья, не забывайте получать бейсболки в память о сегодняшней встрече с нами. Друзья,
Попов, Владимир и Блинго Александр. Осталось 4 участника. И 24 часа. Серьезный подарок в кавычках соперников, и Данила Владимир продолжает. Итак, Владимир Владимир уходит на первую позицию в категории 50-59 лет. Еще раз призываем вас заниматься физкультурой и спортом. Администрация города Красноярска установлены 1000 турников во дворах нашего города. И в летнее время просто великолепная возможность, выйдя подышать воздухом, провести небольшую тренировку для того, чтобы находиться в великолепной спортивной форме, получить значок, золотой значок ГТО и просто быть здоровым человеком, используя этот уникальный потенциал. Тридцать два подъема, судья. Один подъем снял, не было фиксации внизу. Результатом 19 подтягиваний. Что творят девчонки на нашей площадке? К сожалению, сегодня не каждый мужчина в городе Красноярске способен подтянуться 10 раз. А вот наши лучшие девушки
10 подъемов за результат не считают. И куют одна за другой рекорды Кубка города по подтягиванию на перекладине. Росинин, Коклимов и Грищенко. Гриценко. Росинин, Коклимов, Гриценко. Просьба поставить автографы. Какие грации подтягиваются на перекладине. Кубок города Красноярска. Анастасия Павлова. Следующая. Пока держится рубеж установленный. Ольга Барсумян, 19 подъемов. На втором месте на данный момент Елена Степанова, 18. На третьем Зубец Елизавета, 17. Наши соревнования продолжаются. Новый рубеж в женском зачете. Анна Забнина выходит на первую позицию. Ольга Барсумян вторая. И Анна продолжает подтягиваться. Не сдается, несмотря на чудовищную боль в мышцах. Смотря на то, что она выбилась уже на первую позицию. Три подъема, женский зачет. Ваш аплодисмент и великолепный результат.